Перераспределение полномочий будет способствовать децентрализации власти. Это скажется на развитии экономики нашей страны. Так считает эксперт по Казахстану и Центральноазиатскому региону Хавьер Пьедро. Он магистрант университета Джона Хопкинса, имеет 35-летний опыт работы в сфере финансов и банковского дела и 16-летний опыт работы в Казахстане. Я думаю, что президент Республики Казахстан запустил процесс, важный не только для повышения эффективности правления, но и для всего народа Казахстана. В конце концов, предлагаемые изменения в Конституцию, в том числе споры и дебаты вокруг некоторых предложенных поправок, отражают усилия по укреплению демократии. Законодательной и судебной ветвям власти предлагается передать около 40 ключевых полномочий, за исключением ведения таких наиболее важных вопросов, как внешняя политика, оборона и национальная безопасность. Данные обязанности должны по большей части оставаться в компетенции исполнительной власти, что очень важно.